Три жертвы пожара в результате возгорания в частном доме в Фурманове погибли владелец постройки, мужчина 1964 года рождения и двое неустановленных граждан. Сообщение о возгорании в доме по улице Фридриха Энгельса поступило в дежурную службу вечером 26 января. Первые пожарно-спасательные подразделения прибыли на место уже через 3 минуты. Дом к этому моменту был полностью охвачен огнем. Тела спасатели обнаружили под завалами. Известно, что постройка не была подключена к электричеству. Предварительная причина возгорания – неисправность печного оборудования. Также отметим, что в октябре прошлого года пожарные инспектора уже проводили с хозяином данного дома профилактическую работу. Сотрудники МЧС обратили его внимание на необходимость ремонта печи, которая уже на тот момент находилась в полуразрушенном состоянии. Но, к сожалению, данные меры не возымели действия.